Весна с каждым днем все увереннее заявляет о себе. В преддверии пожароопасного периода, когда возможны летние пожары, нужно быть в полной готовности. Это хорошо понимают сотрудники управления МЧС России по Краснодарскому краю. Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков с проверкой подготовки сил и средств предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций в защите населения и территорий в пожароопасный период побывал в Славянском районе. Вместе с заместителями главы Славянского района и представителями всех заинтересованных служб министр ГО и ЧС Кубани осмотрел различные виды техники и оснащения, представленные в подвижном развернутом пункте управления. В нем всего 24 элемента, в том числе 11 единиц техники. Словом, есть все, чтобы организовать работу оперативного штаба в полевых условиях. Подвижный пункт управления состоит из трех подсистем. Это подсистема связи управления, представлена у нас мобильным пунктом управления. Это оперативно-штабная подсистема и подсистема материально-технического обеспечения. Здесь есть все условия для того, чтобы оперативная группа МЧС России прибыла в район чрезвычайной ситуации, организовала на месте связь, организовала на месте работу оперативного штаба и могла обеспечить свою жизнедеятельность. В подвижном пункте управления обеспечивается все, что нужно человеку, от организации питания до медицинской помощи. При чрезвычайных ситуациях это основной орган управления, поэтому важно, чтобы он был технически оснащенным и мобильным, отвечал самым современным требованиям. Все это очень важно при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».